Отец Петрович, школу-то наша описывает за долги. Висите, Диман. Вот сюда налево. Бежать? Бежать? Вы не смеете на меня кричать. А я буду кричать еще больше. Или Балакирев складывает оружие? Да. Пора хлопнуть дверью. Довольно с меня всего. И я ухожу. Балакиреву нет места в музыке. Идемте вместе, Модест. Вот с этой вашей убиенной партитурой. Вы ли это, учитель? На удар нужно ответить ударом. Если армия изменяет полководец, ее могут разбить. Или ведь наш триумф на суде. Пыль! А Борис? А здесь, разве вы не видите? Душат треклятое время. Ничего не будет. Неправда. Будет. Не будет. Оглянитесь вокруг. Сановная дрянь. Биржевики. Каторжные рыла, как говорится, ущедрена. Ну что им? Бетховен и Глинка. Я не узнаю вас. Вас подменили. Вы настоящей России не видите. Она поднимается, набирает силы. Ведь мы же за Чернышевским шли. Я болен. Я болен. Они добились своего. Я устал! Я устал! Милий! Слышите, вашу песню поют. Тише, тише. Слышите? Всего за долги не опишешь. Песню не опечатаешь.